И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в GTA 5 онлайн, будем играть в гонки и поднимать вам настроение. Не знаю, что ночная гонка, мы ночью еще ни разу не играли, ну что-то темновато. А, и с нами играет еще подписчик, так что привет тебе, если будешь смотреть ролик. Я что-то взял. Примени, так это со стрельбой, Димон. А как мне возвратиться, я перевернулся? F английскую зажимаешь и держишь. Так, мы с Димоном просто давно не играли, сегодня все вспоминать. Да, Димон? Конечно. Как стрелять, что за говно? Не знаю, там, короче, надо на какие-то бонусы нажимать, после этого тебе будет разрешено стрелять. Да, сейчас будем разбираться. Ну, чувак, я упал. Я так понял, я сам последний еду. Нормально, едем, да, не включим. Вон какую-то я стрёмную выбрал, ну ничего, потом легче возьмем, это разминка. Что-то я прям совсем последний еду. Пока. Я, наверное, тачку фигово выбрал. Надо было тачку получше выбирать. О, подожди, может R? Q? Какой кнопкой стрелять? Нет, Q это. Ой, я что-то стрельнул. Ой, я выбрал. А как ты стреляешь? Я с машины вышел. Да я сейчас, подожди, я все кнопки жал подряд. Ну как все подряд? Оно же с опозданием стреляет. Вроде ту нажал, а потом сработало. Так, а как ускоряться, не знаешь? Shift вроде. Ну тут нет ускорения, Димончик. А, я понял, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, что за кегли такие? Прикольно. Ай-яй-яй, тихо, чувак. Нет. А, это жестко. Димон, ты там сзади едешь? Да, я вообще в жопе какой-то еду. Но я вас догоню. Давай, едем. Блин, не громковато ли движок игры? Потому что у меня вечно все громкие игры стоят. Чуть чувака не встретил. Как стрелять? На G? Нет. Ну давай, Димончик, скажешь. О, на U русскую. U русскую? Понял, на E, мог бы сказать. Да. Специально мне так, чтобы я вышел с моей. Надо было сказать два раза F, как я люблю говорить. Воу, я ни разу не падал и тут упал. Ладно. Это была разминочка все равно. Так, да мне ничего никто не догоняет. Так, ну чё, я сейчас догонять буду и убивать вас со своей пушечки модной. Димон, по трубе с правой стороны едь, потому что там будут выемки. Понял? Димас! Ты как там, где ты ехал там? Я, короче, ехал по правой стороне, там была выемка. И упал! Да. Я специально тебе сказал, что ты так ехал. Фиг с тобой. Да. Блин, очень экстремально, очень. О, тут супер ускорение, красивое. Офигеть, да. Кто я улетел? Блин, тут пальма есть, Димон. Блин, ладно, сброшусь. И нос чешется, и гонка идет. Сейчас еще проиграю, а вообще буду кончен в нубище. Это прям смертельная гонка, прям. Да. Нормально, летим. Кто есть мочи. Вот это красотища, ребята, лайки ставим! И Димасику, и мне, всем ставим лайки. Блин, надо ракеты оставить. Может подождать тебя и взорвать? Диман, два круга, это первый круг только. У меня голова кружится, жесть, тут вообще какая-то дичь происходит. Нормально, едем, катаемся. Я сейчас реально тут сижу просто и голову так вот переворачиваю. Как сказал один ютубер, пару гонок и ролик готов, понял? Понял, хорошо. Я тут в пальму врезался, красиво. Ой, красиво. Такая красивая пальма. Летим. Ой, по городу еду ночному, красивому. Тоже красивый городок такой, ароматный. Ты меня же догоняешь, надо лететь. Это ты? Нет. Это Макс Кей. Бум, я хотел в ракету не попасть, в итоге промазался и врезался. Ну, бище. Ага. Ладно, может, как-то подрезать можно еще. Так, первый круг есть. Второй пошел. У него сигналит. Так, ну все, Макс Кей, тебе хана, у меня есть для тебя оружие. А, опять промазал, да что ж такое? Ах ты, Макс Кей, блин, вонючка. Врезался. Пожелал. Где вы там, где вы? Пожелал проигрыша Макс Кей, в итоге сам проиграю сейчас.
Ай-яй-яй, давай. Димас, ты походу уже очень далеко. Нет. Да. Ты уже там по этим трубам, наверное, шастаешь. Давай я тебя подожду. Я буду медленно ехать. Я на карте тебя вижу. А, я вижу, вон на карте ты едешь. Буду тихонько ехать. Это не я, это Макс Кей едет. Я сам из последних. Понял. Так. Вау, круг 2 из 2, отлично. Летим. А, по, ну, а ночью по-своему прикольно, да, гонять? Ну, конечно. Мы идем просто. Я хочу какую-нибудь другую карту. Покруче. Красиво. О, что за молнию я подобрал, какую-то интересную. Может, это ускорение? На Е нажми, на пробег. Ага, сейчас бомбу свою выпущу, ракету. Не-не, мне ракета нужна. А вдруг догоню кого-нибудь и по дороге. Это нормально, Димончик. Летим со всей силы. Что-то я на гонщика не похож, конечно. Я не гонщик, но хочу быть гонщиком. Ребят, у кого есть GTA 5 онлайн? Просто GTA 5, ладно. Давайте с нами. Будем вместе записывать экстремальные гонки. Мы открываем рубрику. Мы сейчас будем, ну, раз в неделю, два раза в неделю записывать GTA 5. Так что давайте с нами. Будем веселиться, да, и играть. Вот весело. Чем больше народу, тем веселее. Потому что короче, я один последний. Да. Одному скучно последний день. Ссылка на Discord. Заходите в наш Discord, мы договоримся, и все, и будем записывать вместе. Да, ребята, кому понравилось, оценивайте ролик, не забывайте. Так, я сейчас хочу, я мог выстрелить чуть-чуть, мог скея. Ой, тут в трубе лихо, вот это ехать вообще жесть. Давай, чувак, не расслабляйся. О, успел, меня чуть ментель не задел. Так, давай, разгон. Дикий разгон идет. Опять эта вонючая пальма. Ну что я в нее врезаюсь? Блин, я врезался в лопасти. Бывает. А, жопа какая. Хорошо. Я смотрю, ты уже на пальмах, это значит далеко ты уже. Да ты уже далековато так уехал. Взрывает тут все. Кто-то врезался. Я карту взрываю. Опять сейчас у меня головокружение будет. Нормально. Где моя голова? Это разминка вестибулярного аппарата, Дима. Да. О. Меня тачка катит. Ты так стонешь. Я переживаю за тачку, она у меня просто вдребезги разбита. Так, пальмы, пожалуйста, не врезайтесь в меня. Так, здоровье я взял, предмет. О, у меня тачка восстановилась. Ничего себе. Весело тут. Ты, Димас, возьми какой-нибудь, знаешь что? Карту такую, где еще тачки летают. Понял. И надо было раньше мне говорить. Такую яркую, прям яркую. Сейчас все выберем, там может будет выбор даваться. А, ну хорошо, давай. Я уже проиграю. Просто мы, ребята, пока изучаем GTA 5, так что, как и Гаррис Мод, хотим тоже песочницу записывать, потому что есть очень много крутых карт, которые мы хотим вам показать. Блин, громко звук движков. Не знаю, не будет ли заглушать нас звук голосов, но надеюсь, нет. В самом начале туплю все время. А, чувак на ускорение наехал от говна. Я опять последний еду. Вообще, лошара какой-то. Я буду надеяться, что это челик ошибется. Тут трасса такая маленькая, но она интересная. Сейчас я... Тут на умение, Димончик. Играть с вами в догонялки. Кошки-мышки, как говорится. О, круто. Воу, найс. Напоминает мне игру, как в детстве была. На приставке Sega Dreamcast. Похоже, очень такие экстремальные гонки со стрельбой еще. Тут нету стрельбы, нет? Все, Димон, этот чувак ошибся. Мы с ним вдвоем врезались, я в него. Так что есть шанс, Димон, нас догнать. А сейчас я тогда тоже врежусь, похоже. Не-не-не, он как раз догонял нас. Четко. О, я за ним ловлю ветер.
Пошел отсюда. Блин, мне так нравится догонять и врезаться, Димон. Я сейчас его догоню. Главное справа наезжай на ускорение. Понял, Димон, зеленое? Да, я знаю. Я ловлю за ним ветер, ну никак от меня не скрыться. О, отлично. Я по правой. Все, Димон, я его наказал. Давай, сейчас ты будешь второй. На! Димон, молодец! О, нет, ты так нельзя! Ну, Димон, мы так не договаривались! Я заради тебя так все сделал. Ты сейчас ошибешься, Димон. Не ошибусь. Ошибешься. Я только если вначале туплю, а потом уже нормально. Я понял. А из этого ветер буду сейчас ловить. Слышь, ловителя. Не виляй, тихо, Димон, дай ветер поймать. Пошел отсюда, ветревой ловитель. Как я тебя? Сейчас я тебя, знаешь, как вот так вот. Так, ну что там с тобой делать, Димас? Скажешь? Не знаю. Круто, Димончик, нормально. Давай, продолжаем дальше, летим. Почему ты не перевернулся? Блин, это больше движухи, хочу больше людей. Хочу угорать. Я думал, ты перевернешься, будет весело тогда. Я его чуть-чуть вперед пропущу, а потом его сейчас сделаю. Какой круг у нас? А, четвертый вроде. А мне написано, что я первый, он что, по второму кругу про этот проиграл? Или что, не въезжаю? Не знаю, я четвертый еду, я не знаю. Так. Он ошибся опять. Тот чувак, видно, так хочет сделать меня, что проигрывает. Так, отлично. Все супер, Димас, я тебя уже вижу. 5 из 7 кругов, Димон. Осталось чуть-чуть. Видишь, быстро все-таки гонки проходят. Да. Так, знаешь что? На следующий раз я, Димон, приготовлю гонки чисто на мотоциклах, на тоненьких брусьях ездить. О, это круто. Это будет угарно. Я знаю, что ты хорошо ездишь на мотоках. Покажешь свою способность. Да, такая скучноватая. Я, короче, отфигачил его. Да? Я его отфигачил, да. Тут Димон на умение. Я его растаранил просто. Сейчас я буду твой ветер ловить. Кстати, тут реально такая система есть, что можно ветер ловить. Просто. Это круто. Есть всегда возможность обогнать на умение. Да. Все, Димон, сейчас будет вроде последний. А, нет, предпоследний круг. Так, Димончик, не пускай этого челика сзади. Это я. Блин, я додик. Блин, Димон, это ты сзади ехал, так сделал. Блин, это жесть, ребята. Я и специально ему подался. У меня 5 обгонов, Димас, а? 5 обгонов у меня. Неплохо. 5 раз обогнал того. Летим, догоняем этого челика. Все, вы проиграли, пацан. А еще один круг, чего ты взял? Какой один? Еще один, это был предпоследний. А, еще один? Димон, это мой шанс тебя сделать. А нас тебя сейчас понесет там, ты знаешь это? Нет, меня не понесло. Да. А тебя не понесло. Блин, а чё не могу тебя выиграть? А все. Все, проиграл ты, Димас. Нет, я тебя выиграю. О, все, на финишной прямой. Димон Покемон лидирует, он вырывается сам вперед, и он занимает первое место. Я ж тебе, Димон, подался, я ж тебе забыл сказать, да? А, да? Будет угарно. Все, давайте, готов к игре, погнали. Блин, такая тачка веселенькая. Ваша ставка, ставлю 1000. А можно ставки делать? Да, я 900 поставил. Долго. Блин, я такой какой-то большой по сравнению с этой машиной. Какой-то телепиздрический. Я самый первый стартую. А что ты тоже желтый взял? Нормально, погнали. У меня комбинезон немножко отличается от твоего.
Так, Димка, не мешай, не мешай. Да ну не мешай! Алёшка! Как надо вырываться вперед? А, не, не так. Едем дальше, газуй, машина! Блин, челик, ты чё, надо за твой ветер ловить. Как нужно вырываться вперед, и ты такой, знаешь, последний едешь. О, неплохо. О, блин, нас вас догонять. Тут как вообще... стоячего, Димон, я его сделал. От вас догнать, по-любому. Блин, прикольную карту мы выбрали. Нормально, да, летим, машинки летим. Машинки очень медленные. Нифига себе медленно, нормально летит, если разогнать ее. Да ну. Да, Димон, я сейчас где-то запарю полюбас. Ты знаешь, что так я бывает, знаю, всегда. Знаю, сейчас. Вообще, по идее, вот ты побеждал, я побеждал, остался... Ой, все, Димон, понесло. Максимка остался, чтобы он победил тоже. Но Максимка, походу, сегодня не хочет побеждать. Поэтому, Димас, мы с тобой будем. Кто-то из нас сегодня первый. Я буду первый сегодня, сейчас, вообще. Нет. Да-да-да. Ты не прав, я буду первый. Так, здесь ускоряемся. Блин, я тоже хотел сюда поехать. Тут так просто красиво. Во, жесть, вообще. Воу, Димон, ты там проедешь, а ты будешь в шоке. А, жесть, я ничего не вижу, куда смотреть-то надо. А, ты за мной прям едешь, что ли, рядом? О, так да? Ты рядом! Нет, уходи, я не хочу, чтобы ты рядом ехал. А мне написано, что я не в ту сторону еду. Я тоже, ну ладно, погнали дальше. Не, давай сбросимся на F, Дима, надо сброситься. Да, что-то мы не туда походу. Ладно, едем, что-то мы реально не туда поехали, едем дальше. А, надо было направо. А че на... Блин, она светилась вроде туда. Максим, короче, самый первый едет, Димас. Блин, я засмотрелся назад, ты врезался, я врезался. А, че он так плохо дорисует тачку? Димон, все, я тебя сейчас не пущу. Максим, ой, блин, меня все отфигачивает. Да Максим сейчас запорит, Димон. Он самый первый едет, говнюк. Так, ускоряйся быстрее, машина. А, Димон, ты далеко. Да, я вообще оторвал. О, вижу Максима, он едет. Только он едет в обратную сторону. Он еще нас не догнал. Воу. Я такого вообще не видел, что можно. Димон, сейчас скажешь, можно? Эта физика нарушается или нет, когда будешь ехать там сейчас? Несло меня. А вот теперь налево, Димон, ехать. В смысле? Ну сейчас вот будем мертвое кольцо это проезжать. Мертвое кольцо, мертвую петлю. А, да, налево теперь надо. Это сильно. Так, вот, да, теперь надо сюда ехать. Неплохо. Если бы я направо поехал, я бы сейчас был сам. Я знаю, Димон, я бы уже не догнал бы тебя. А тебе, да, тебе... Это Макс оторвался. Да, так еще не знал, такая прикольная. Так, где ты едешь там, в трубе еще? Еду. Димончик, давай я тебя подожду, трасса длинная, давай. Я подожду тебя, чтобы поугарать вместе. Притормозил, медленно еду. Когда увижу тебя в кольце, буду уже газовать. Вижу. Блин, быстрее едь, машина! Быстрее, машина, быстрее. Вижу. Ну так веселее ж будет. Ну, конечно. Ты машину контролом выравниваешь? Или шифтом? По контра задирать, но со шифта пускать, не? Нет. Первый все. Круг проеден. Или это финиш? Вроде финиш. Блин, нет, второй круг. Ха-ха, блин, я так хотел первый приехать. Так, я вижу, что ты ветер ловишь за мной, ну что у меня кабаки сзади появляются, две пиписки такие. Ты видел, куда я улетел? Нет. Я улетел. Я просто на повороте, меня просто завернул, я выкинулся. Прям поворот так хорошо словил. Жду тебя. Да, найдешь меня. Вижу, летишь, что псих. Ну да. Ну не подпущу близко, тут уже на умение. Нет, тут уже я выиграл. Что такое, Димон? Не знаю, что-то понесло. Я врезался, блин!
смотрел назад. Два дурачка. Хотел поугарать надо мной, да? Да я смотрел на тебя, вот этот кабак врезался посредине. Удачи! А я ж специально тебя пропустил, потому что я сейчас тебя обгоню. А вот теперь я даже наоборот хочу погоняться за кем, потому что знаю, что я тебя выиграю. А не. Не-не-не, машину мою понесло в говно. Знаешь, что меня выиграешь. Блин, неужели я третий приеду? Не-не, я не этого не позволю. Надо ускоряться очень быстро. А я тебя вижу сзади, он приедешь. Налево, Димон. Ага, конечно. Я тебя подождал. А я видел, как ты вылетел, что ты меня дуришь. Я не вылетел. А че ты сбрасывался? У тебя ж машина мигала. Я пропил, нажимал, ждал. Брехунишка. Я не брехунишка. Дима, я ловлю ветер за тобой уже, смотри. Потом сам увидишь на записи. Понял, все хорошо. Блин, хочу догнать. Давай, машина, едь. Говно! Лох! Класс! Говорит, говна. Нет, я догоню! Там финиш, так нечестно, там уже финиш. Какой финиш? Еще мертвое кольцо ехать, полкруга только, не он проехали. Давай я приторможу, я жду тебя. Там финишировать уже. Я жду тебя, Димон, давай. Вижу, едешь, все, погнали. На драндулете на своем. Вот, ты недалеко, нормально, едем. Натренируемся, Димон, потом будем уже на скилл ездить. Сейчас пока есть просто тренировочная запись. Ты сзади? Сзади. Да. А вот теперь на скилл, все, я тебе больше уступать не буду. Финиш впереди, осталось чуть-чуть. Вот тут мне вечно несет в этом говне. Опять несет, не надо, машина. Нет, Димон! Ну отвали! Отстань! Фу! Нет! Нет, финишная прямая! Есть, Димка, есть! Блин, круто! Е, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!